чем вас успокоить, вы так возбудились, пусть пока делают. Ну ладно, Венская ронда. Это сочинение 2011 года. Почему ронда, вы уже знаете, что такое, а вот почему Венская? Дело в том, что когда гуляешь по Вене, вот, в исторической части города, то ощущение постоянного праздника, празднества. С одной стороны, Вена – это город почти всех великих композиторов – Моцарта, Гайдна, Бетховена, Малера, Шуберта и так далее. А с другой стороны, в исторической части масса вот таких уличных музыкантов, кстати, много было из России ребят, студентов, училищ, музыкальных вузов, которые летом подрабатывали и довольно неплохо играли. И вот это смешение всех стилей, иногда с какими-то зверюшками, значит, которые тоже пританцовывали, оно создает атмосферу вот какого-то общего веселья и нескончаемого праздника. Вот, наверное, поэтому я назвал это «Венская ронда». Это сочинение для двух фортепиано, поэтому сейчас сядем за разные инструменты.